Пришлось прибегнуть к помощи ОМОНа. Ангарский ОБНОН, спецназовцы и фонд «Город без наркотиков» нейтрализовали деятельность очередного распространителя героина. Мужчина 1974 года рождения проживал в 73-м квартале. По данным оперативников, употреблял наркотики. Торговал он с помощью банковских карт. Сумели у него сделать закупку. Добровольно он находился дома, да, добровольно предложили ему открыть дверь, он отказался. С помощью бойцов ОМОН спилили дверь, вошли в квартиру, нашли банковскую карту, нашли наркотик в размере полграмма героина. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. А этот дилер 95-го года рождения продавал гашиш. При обыске у него обнаружили более 3,5 граммов наркотика и меченые деньги. Он также находится под стражей.